Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот у меня последний из витков остался. Прилила свиноматка поросят. 4 кабанчика надо кастрировать будет. Свиноматку уже кормим этими самыми травой. Трава. Ешь трава, пей трава. В общем, вот эти вот надо сейчас выгнать, его попробовать. Пауза, пауза, где пауза? Сейчас мы их выманим на улицу. Вот это зимой. Она сама зарыла их где-то там в свою этот самый подстилку. И совершенно без малейшей помощи вырастила. Она у нас по возрасту бабушка получается. Ей уже лет на 6. Не меньше. Но все равно 4 порылякани. Только что-то она в последнее время стала какая-то одичавшая. 6 пооблазила на ней. Ну 6 облезла, там ее надо побрызгать. У нее там какой-то муха. Не, клещ, не клещ. Я брызгал тогда, оно проходило. Да, клещ, клещ. Он ее сильно не беспокоит. Вот достоинство вьетконга. Ныклятины и мяти. Сами где-то вылупились. Сами выросли. На весну можно будет, чи на осень можно будет их на котлеты переделать. Надо только поймать, покастрировать. Чистопородистый вьетконг. У меня спрашивали, хотели купить поросят. А мы уже и не думали от них оставлять ничего. Думали ее уже завалить. Ее подружку уже приколбасили. Но они уже старые просто. И уже как. И поросят давят постоянно. Какие-то не кормят, тяжелые роды проходят. Я вообще думал, что ничего не будет. А тут на тебе. У меня 3 не кормят, 4. Потом додавливают. Вот так вот, вплоть до того, что соберет всех кучу. Гэп на них все. Вот вся старческая. Ей уже лет, как для человека, лет по 60, уже по 70. Ну ничего, он такие. Наглые. Выкормлены строго на помоях, на отходах с кухни. Без, так скажем, без этого самого. Без зерна, без всякого. А сейчас он началась трава, уже трава давно идет. И будут у нас они жить. Тупо поедая траву с огорода. Зерна сыпанул просто для того, чтобы выманить. Повелась на зерно, а так только кидается на меня, зараза. Но мы ее обижать не будем, она у нас типа мать героина. На, по роже. В общем, вот такой приятный сюрприз оказался у нас. Нежданно, негаданно. 4 копченых поросенка будет скоро. Ну не скоро, но будет на осень. Что ты гуркаешь? Ты будешь 5-м. Да, как для пробы, как для начала, вьетнамцы, чтобы потренироваться, как с ними там, как со свиньями себе, как они там будут плодиться, как будут питаться. Очень даже ничего себе такая. Пробник, слышь? Пробник содержания свиней. Вьетнамцы. Неубиваемые. Ни мороз, ни жара, ни холод им не страшны. Жить могут в снегу. Где угодно. Если есть немного
какой-то соломы, то вообще исключительно. Так что вот такие вот. По мясу самая лучшая свинина, которую я хавал. Да. Ну, молодая, месяцев там, да, полгода где-то. 4, 5, 6 месяцев. Дальше много сала нарастает. Не слушайте, никому не верьте. Вот в этой свиноматке сало будет. Практически одно сало. Так что не надо там рассказывать и думать, что... Зато, когда оно молодое, сала практически нет, одно мясо. Можно даже коптить целиком. Горячее копчение не стекает, ничего, все бомба. Так что такие вот вьетнамцы, хорошие поросятки и свиньи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго.